касается футбольного турнира, конечно, это в линейке всех футбольных мероприятий стоит на особом месте, потому что огромное количество команд, вы услышали, 64 команды как бы на начальном этапе участвуют. Дополнительный такой мотивационный турнир мы имеем благодаря компании «Оша». Футбол играет на снегу, играет на песке, играет на траве. Поэтому любое проявление футбола, это вот есть эта прелесть. Здесь люди, которые, говорю, болеют этим, они в любую погоду, на любых условиях выйдут и будут играть. Отличная игра, отличная погода, почему не приобщиться к этому прекрасному празднику? Игроки все довольны, я думаю, погода минус 10, самое приятное для зимней игры. Боремся за победу. Специфический такой вид на снегу, поэтому подготовка нужна, без нее никак. Ну что вообще скажете про турнир? Насколько это здорово собираться вот так вот компаниями играть? Ну, это очень интересное занятие, такое большой турнир, столько команд участвует, то есть и причем уровень команд достаточно высокий.